К штатному монитору Land Rover подключен iPhone по технологии MirrorLink. Управление осуществляется с iPhone. Любые операции можно осуществить именно с самого iPhone. При этом штатное радио работает, регулируется как обычно. Кроме Яндекс.Навигатора можно использовать любые приложения, которые есть в iPhone, например, всеми любимый YouTube. При этом обратите внимание, все штатное работает как раньше, без каких-либо изменений и ограничений. Можно сделать таким образом практически с любым автомобилем. Обращайтесь, разберемся. Многие столетия вообще никаких...